Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. С вами Крош, прохождение замечательных игры под названием Plants vs Zombies. Герои, друзья, да, вы не ослышались, я замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами. Да, и сразу напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да, поддержите его. И давайте начнем, мы играем за зомбаков, у нас третий сундучок. И вперед. Так. Смеется над нами, друзья, он смеется над нами. Так. О, резкая такая кнопка. Ну, прикольно. Так. Ну, сейчас ты ответишь за смех. Сейчас мы тебя покараем. Так, отлично. Какие растения? Растения, в принципе, все неплохие, так что мы их оставим. Так, есть даже луч. Супер луч. Так, я вот думаю, ставить вот этого или не ставить. Вот в чем вопрос, друзья. Я, наверное, пропущу один ход. То есть ничего не поставлю. Так, отлично. Так, сейчас мы поставим вот этого парня. Вот здесь вот. И да, будем давать, дадим ему такой нищек. Он потом еще усилится сразу же. Он сейчас должен его перекрыть, в принципе, сразу. Так оно и получилось. Так, ну мы сразу же делаем вот такой минус. Урона, конечно, нам не будет наноситься. Но наш парень хотя бы будет жить. И сейчас будет начнет улучшаться постоянно. Что довольно хорошо. Так, наш сумоист там есть. Так, ну я, наверное, пока поставлю вот этого, два, и у меня останется еще два, да? Я поставлю лучше двоих, а, у меня всего один. Нет, вот этого приберегу пока что. Давайте вперед. Мало пока солнышек. Ну что же. Ага. Так, мой сейчас погибнет, к сожалению. Так, отлично. Первый урон. И вот они, наконец-то, долгожданные филки. Так, я просто думаю, куда поставить и кого поставить. Вот этот, в принципе, наш выживет. Два, и у нас останется еще два, да? Вперед. Мы сейчас очень грамотно я сделаю. Так. У нас должен выжить, в принципе. Пускай тратит. Так, это тоже фигня. Так, и мы, наверное, пока просто отодвинем куда-нибудь вот сюда вот. Отлично. Даем вот этому мозги. Он сейчас должен уничтожить просто-напросто оппонента. И вот этого сейчас уничтожит. Здесь потом просто поставим какого-нибудь посильнее парня. Так, один урон. Так, 5, да? Сейчас посмотрим. А у нас есть хил. 2. 2. 3, 4, 5. То есть мне хочу руками вот этими воспользоваться. И вот этот, кстати, неплохой парень. То есть 3 на 3. Умеет лечить. 4, 5. Давайте попробуем вот этим сначала воспользоваться. Да.
Да, вот так вот его поставим. И руками еще. Нет, этим пользоваться не будем пока, потому что это пока что бесполезно. Так. У нас этот не выживет и наш не выживет, да? Он хочет сделать размен. Нет, он не хочет сделать размен. Ну ладно. Два урона нам будет нанесено. И вперед. В принципе, мы сейчас малыми силами отделаемся. Так, давайте вот этого усилим. Так. Кого будешь бить? Шестнадцать. Ну, ладно, пойдет. Так, размена у нас не получится. То есть мы поставим вот этого парня. Отлично, он еще улучшился. Так. Тут мы поставим вот этого. Я хочу просто посмотреть, кого можно улучшить, усилить. 16. Давайте-ка лучше вот этого. Отлично. Так. Один. Но мы там ничего не сможем сделать. Три. И нас уничтожат, да? Здесь мы вот это уничтожаем. Сами выживаем. Здесь этого уничтожаем. Ну что ж, ладно, неплохо. Неплохой размен такой получается. Так. Отлично, еще она получит два урона. Такс. Пора, я думаю, вот с этим кончать. Я, наверное, поставлю вот этого парня. И у меня осталось еще три. Еще возьму новые карты. Посмотрю, вдруг что-нибудь будет интересное. Так, я хочу, например, вот это вот. Подвинуть вот сюда вот. Так, отлично. И возьмем новые карты. Так, и пора вообще вот с этим заканчивать. Так, отлично. Погиб смертью храбрых. На, еще тебе два урона. Так, отлично, этому урон не идет. О, у нас есть ништячок. Но мы сможем воспользоваться только в конце. Так, всем защиту. Отлично. Я вот не знаю, вот этот мой мидпункт сможет выжить? Так, отлично, выжил. Это вроде бы тоже должен выжить. Да, есть. И у него не осталось растений. И еще получил он два урона. Так. Жаль, здесь не можем мы выкопать никого. Поставить кого-нибудь посильнее. Три, четыре, пять, шесть, семь. Мой последний уничтожит, короче. Вот этот вот. С 5 хп. Так. Защита. И мой последний удар. Отлично, друзья, мы его сделали. Неплохо так. Навтыкали ему. Мидпункт неплохой парень. С крестом. Зомбак. Здесь в этом прохождении будут у всех прозвища. Да. Так, и давайте на этом, наверное, закончим нашу серию. С вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь на него, кто еще не подписан. Ставьте пальцы вверх, комментируйте и увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока.